На обновленной детской площадке, что недавно появилась между домами 60 и 62 по проспекту Ленинского комсомола, состоялось мероприятие для детей. Организаторы в лице представителей торгово-промышленной палаты округа подготовили развлекательную программу, которую провел клоун Алекс. Готовы! Оп, молодцы! Побежали, ловим, пробегаем! Дети участвовали в подвижных и развивающих играх, а также соревновались в конкурсах и выигрывали поощрительные призы. Очень замечательная площадка, очень много лавочек было поставлено, элементы игровые стоят, горка очень красивая. Вот. Все, что здесь сделано, оно было сделано по просьбам жителям, непосредственно с ними общались на эту тему. И вот то, что сейчас здесь, это именно те пожелания, которые высказывали жители. За отдельным столом ребята могли сделать себе на память фигурки из бумаги. Мастер-класс по рукоделию проводили студенты и преподаватели Московского регионального социально-экономического института. Мы делаем открытки на Хэллоуин, проводим разные игры. Просто привлекаем детей, чтобы им было весело. Подобные дворовые праздники стали традиционными и проходят под лозунгом «Твори добро». Родители вместе с детьми с удовольствием посещают игровые площадки и уходят домой с зарядом хорошего настроения. Праздник – это всегда хорошо. Особенно прекрасно, что этот праздник организован, я так понимаю, предпринимателями, да? Отрадно видеть, что у нас в городе такой социально ответственный бизнес. И, как говорится, детских площадок много не бывает. Мне очень понравилось. Спасибо тем, кто это все устроил. Мне понравился клоун. Мне вот это все очень понравилось. И вот чтобы такого было побольше. Все участники праздника получили в подарок воздушные шары. Дмитрий Книга, Кирилл Иванов, Екатерина Довлятова, Видное ТВ.